Вот так вот заканчиваем 41-го, переходим в 42-й. Это Джейнбеков, Бектур и Абдуманобоев, Сухбатило. Весовая категория 66 килограмм. Пару слов от рефери, и мы готовы начинать 42-й поединок. Бой, поехали. Лоу-кик. Внутренний. Такие проверочные. И еще один. И в ответ. И сразу же серия хуков. Дважды. И сразу же еще джеб, хук, серия ударов, и прижимая к октагону сейчас боец в синем, и серия ударов по голове сразу же сыпется. Ну и здесь буквально в тяжелом положении сейчас находится боец, получивший огромное количество ударов сейчас по голове. Очень тяжело отсюда увидеть, что происходит. Есть удары, удары есть. И красный боец сверху. Останавливает бой рефери. И продолжаются удары. Рефери подсказал, что нужно капу нормально в рот ставить, а не выплевывать ее. Продолжается серия ударов от бойца в красном. Сверху вниз они наносятся. Удар. И здесь возможно получить возможность на болевой. Нет, не получится. Или получится. Поднимает сейчас вес соперника. Все, на болевой взял. И побеждает боец в красном. Хорошо взял на болевой. Да, это было здорово. Продолжался это, к сожалению, недолго, но в конце концов это получилось хорошо. Итак, еще раз, для награждения приглашается основатель таксофона от Эфи-Пей, Айрат Антименалипов. Итак, дамы и господа, награждение.